А вот о чем же мечтают взрослые муравленковцы в канун Нового года? Мы решили узнать, чего ждут горожане от встречи 2019-го и какие желания загадывают. Наверное, жду счастья и того, чтобы все сбылось у меня. Надеюсь, что это будет точно. Участвую в городском конкурсе, где готовят подарки для незнакомых деток. Это очень приятно, очень интересно. Вообще приятно очень дарить подарки. Поэтому жду, чтобы все были счастливы. Жду того, что как-то жизнь поменяется, может, что-то лучше будет. С Новым годом всех поздравляю. Подарки готовим. Ну, скорее всего, то, что нужно родным и близким. А для друзей это сюрпризные моменты, которые будут дарить хорошее настроение в течение года. Спокойствие главное. Спокойной, размеренной жизни. Больше ничего. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом и желаем, чтобы у всех в этом году было здоровье, чтобы у всех было благополучие в семье, чтобы все люди друг другу дарили радость и тепло. Жду я от Нового года только хорошего. Желаю близким и родным счастья и здоровья. Я очень люблю праздник Новый год и каждый год стараюсь по максимуму дарить подарки своим близким. Вот. А чего ожидаю от Нового года? Это, наверное, больше хороших моментов и меньше тусклых дней.